День открытых дверей пройдет в Центре амбулаторной онкологической помощи Одинцовской областной больницы 5 августа. Темой дня станет меланома. Среди факторов риска – меланома или рак кожи в анамнезе или наличие заболевания у родственников первой линии. Светлая кожа, веснушки, рыжие волосы, ослабленная иммунная система, а также возраст – до 50 лет у женщин и после 50 у мужчин. В целях профилактики развития заболевания следует получить консультацию у врача-онколога. Сделать это можно в день открытых дверей. Предварительная запись не требуется. Для приема необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Консультацию врача-онколога можно получить с 9 часов утра до часу дня по адресу город Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом 3.